Здравствуйте, друзья! С вами Савченко Сергей, и вы снова на канале «Дети фауны». Сегодня будет необычная тема нашей передачи. Вы знаете, что есть некоторые люди, которые больше доверяют ветеринарам и доверяют свое здоровье, консультируют своих ветврачей. И бывает, также часто используют ветеринарные препараты для лечения своих заболеваний. Вот сегодня и пойдет речь об одном из таких препаратов, а именно есть такой препарат крем-эмульсия ДЕ. То есть выпускается он Харьковской биофабрикой для лечения животных. Но, наверное, чаще всего его покупают для лечения своих болезней люди. Почему такой вот популярности заработал этот препарат? Дело в том, что он обладает некоторыми полезными свойствами, довольно много их. Какой состав у него входит, я вам оставлю ссылку, перейдете на сайт на мой, там более подробно расписан этот препарат, есть фотографии с составом, кто производитель его и так далее. Вот. Как же применяют этот препарат для животных? Ну, в большинстве случаев его применяют для лечения кожных заболеваний, заболеваний, связанных с повреждением слизистых оболочек, эндометриты, проктиты, маститы, трещины на сосках, на вымени, вот когда коров доят, часто образуются какие-то трещины. Вот. И этот препарат начали применять и люди, и довольно успешно. Когда его можно применять? Вот, к примеру, сейчас начинается сезон огородов. Естественно, люди будут очень много ковыряться в земле, на ветру, солнышко, будет сохнуть кожа. Очень эффективное средство, поработали, на ночь смазали руки этим средством, и убирает сухость, трещины, залечивает раны. Просто в состав препарата входят компоненты, которые обладают противомикробным действием, противогрибковым, ранозаживляющим и противовоспалительным. То есть очень широкий спектр действий у этого вещества и много как бы полезных свойств. Также часто его можно использовать вот, летом, когда обувь открытую носят, страдают пятки, трещины образуются, особенно у женщин, это кровотечение. Хорошо помогает и в этих случаях этот препарат. На себе испытал его свойства, когда на море ездили и получили ожог. Ну, все же, наверное, обжигались на солнце, на пляже, особенно в первые дни, когда дорываешься до моря. Вот. Очень хорошо помогает снимать этот зуд, покраснение и другие неприятные симптомы. Лучше, чем кефир или сметана. Советую вам попробовать. Ну, как и любой другой препарат, не нужно забывать, что это все-таки ветеринарный препарат, а любой ветеринарный или медицинский, неважно, имеет побочные действия. Вот. И самое как бы, серьезное побочное действие, которое может вызвать это крем-эмульсия ДЕ, это аллергическая реакция. И бывает она редко, конечно, но все-таки бывает. Поэтому, когда будете использовать этот препарат, нанесите небольшую капельку прямо, ну, обычно на локтевом сгибе наносят. Вот. Буквально сантиметр квадратный, и минут 15-20 погуляйте. Если не будет покраснения, отека, там зуда не возникнет, вам не станет каких-то изменений, тогда его используйте. Вот. Также часто, вот не часто, несколько как бы постов видео в интернете, на форуме, что этот препарат помогает при псориазе. Ну, то, что это не панацея, это точно, но пишут люди отзывы положительные, что после его применения становится легче, и как бы вот эти вот повреждения кожные, псориазные, менее интенсивные. Вот, поэтому, ну, почему бы не попробовать? Ну, сама мазь, она, ну, это не мазь, крем-эмульсия, вот, фасуется в стеклянной банке, это в основном такой в розничной торговле можно купить. Стоит она недорого. Ну, у нас примерно, сейчас же цены меняются, ну, примерно 2 доллара на скидку так. В принципе, недорого для 200 грамм. Вот, а выглядит она вот такой вот,
консистенции, очень похоже на детский крем, вот, но только имеет такой специфический запах. Ну, не едкий, не вонючий, но есть такой специфический запах. Когда вы мажете руки или кожу, нет такого жира, быстро мазь впитывается и не оставляет жирных следов. Ну, применяем мы постоянно эту мазь, у нас в семье она не выходит. Там, трещины на губах, кожные какие-то раны, царапины, сухость кожи, вот когда особенно в воде что-то делаешь, также там с мазутой поработал, или с каким-то химреактивом, все это кожа быстро восстанавливается, ну, вот эти ранки, трещины. Поэтому, если есть желание, возможность, очень хорошее, недорогое средство. Используйте, но помните о побочных эффектах. Все-таки это препарат антимикробный и может вызывать аллергию. Если вам интересно, переходите по ссылке на мой сайт. Более подробно читайте об этом препарате ветеринарном. С вами был Савченко Сергей. До новых встреч!